И всем привет, с вами мистер Апокалипсис, и сегодня я вам покажу, как делать огненный замок, кодовый замок, и вот эту, как я назвал, ворота судьбы. Не знаю почему, но мне ворота судьбы таится название. Что тут делается? Тут нажимается кнопочка, все открывается, мне чуть не нажали. И надо успеть пройти, чтобы взять алмазы. Вот, видите, тут выпал. Сейчас еще раз вам покажу. Вот, смотрите, я туда не буду заходить, чтобы их не брать. Вот так они выпадают, типа, там ходишь. И вот тут, вот, первый, второй, и вот так берешь. Вот, чтобы не вот так вот не успевать пройти, чтобы тебя не зажали, знаете, как можно сделать? О, смотрите. Все, потом спокойно нажать, зайти и уже там штук 30 взять. Так, как он делается? Ну, это всем уже, наверное, понятно. Сюда ведется редстоун. Где? Вот. Тут по лесенке. Вот, видите, тут сюда. Вот как поршни делать. Он тут идет к этим. Там уже проходит сквозь стенку к раздатчикам, а для порошней он идет вон туда. Так, это на. И вот тут факел ставится, и эти две активируются. С той стороны то же самое все. И теперь как делать кодовый замок? Делаем такую двойную стенку. Вот такую вот мы делаем красивую двойную стенку. Этот кодовый замок пригодится. Точнее, этот кодовый замок, у него есть один нюансик, но я вам о нем расскажу в конце. Нет, надо тройную стенку. Три блока наверх. Аж вот эту вот длину можно любую ставить. Сюда ставим рычаги. Вот. Тут ставим вот эти два тоже. Сюда. Тут поставим таблички с... Нет, не рычаги, таблички. С номерами замков. Но их не обязательно, если вы просто не хотите запутаться. 3D. Если вы не хотите запутаться, сюда четверочку ставим. Нет, не пятерочку. Со своими пятерками. Семерочку ставим. У меня всего 9. 9-значный код. Прям как у меня на Sony PlayStation. Поставил от моего друга. Так, ладно. Тут мы устанавливаем код. Например, пусть будет 1, 2, 3, 4, 5 и 9. Что мы делаем? Ставим сюда факел. Ой, красный факел нужен. Сюда ставил и сюда. Раз. 2, 3, 4, 5. Да. И тут все. Делаем тут тоже ставим все. Тут тоже все. Вот так. О, да, вот. Чтобы все красиво было. Так. Потом сюда все спускаем. Тут ставим куб. Тут ставим. Так, он должен погаситься. Тут все проводим. Так, тут с нами путь, и сейчас подождите. И вот так вот. Так, сейчас, вот, да, точно. Он должен погаситься, идет сюда. Сейчас мы должны сделать под дверку проход. Вот. Тут у нас будет дверька якобы. Так, сейчас проверим. Не будем пока маскировать так. Вот, видите? Дверька открылась. Ну тут вот один нюанс, который я обещал рассказать, в том,
что вы не сможете ее закрыть, даже если сюда рычаг поставить. Ну, хотя и можно, конечно, есть вариант у меня. Вот такой. Да. Но это потом уже только убрать надо. И она не откроется. Надо опять этот код вводить. Это сброс кода был. Вот. Если вы ведете, например, все подряд, должно не сработать, и она не должна открыться. Вот, видите, да. А если мы ведем 1, 2, 3, 4, 5 и 8. О, воля! Все красиво. Так. И еще это вот будет трудно маскировать. Дом должен быть очень большой. И вот это пространство занимает только для входа. И напоследок, для нубов, кто не знает, я расскажу, как делать, чтобы огненные шары вылетали подряд в минуту штук 64. Так, в общем, так. Для этого мне понадобятся огненные шары, само собой. Повторители нужны. И все. Будем атаковать деревню, не пшеницу. Пшеницу. Я хочу деревню, но мне потом террора динамит понадобится. Так. Так, как это делать? Ой, сначала сделаем, например, здесь замыкание. Вот. Да, если кто не знает, то вот смотрите, как его делать. Узрите, как делать замыкание. Опа, она не туда поставила. Ква! Сейчас. Сюда, сюда и сюда. Да. А сюда, вот самое главное, тут все. Ну, уже, в принципе, замыкание, но оно не бесконечное, оно с перерывом. Так, 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 так. 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 Так, так. Это как бы большой, зато надежный. Он будет так мигать бесконечно. По крайней мере, я вот так 100 раз делал, он мне бесконечно дал. И вот такая фигня получается. Если хотите выключить, просто эти рычаг нажимаете. Опля. Все. Так, ладно. Это еще на звук лавы похоже. Чтобы пугать можно было. Сюда вот так проводите. Я сделаю пока одиночную. Хотя нет, одиночную некрасиво. Я возьму раздатчик. Да, раздатчик. Мой любимый раздатчик. И сюда вот эти поставлю. Их не обязательно ставить. Сюда раздатчики поставлю. Вот. У них потом по 64 заложу. И сюда по 2. И так. 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 Да. И чтобы выключать, можно вот сюда еще провести. Нет, не сюда. Не сюда. Оп, все. Так. Берем искрять из... Еще что-то я ошибся. Вот так. Пастаку. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Шифтом все возьмем. Так. Лишнее, ладно. Так. Сюда. Я не буду много класть. Потому что моя деревня загорится. Она и так загорится. Так, все, везде. Все. И нажимаем рычаг. Это еще для ловушек. Там если гробница хотите построить, пригодится. Опа, она. Смотрите. Все, 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 стой. Не бесись. Это было хуже, чем в Аде. Если вот такая фигня была в Аде, я бы не знаю, как там вообще было все. Я бы там вообще не выжил. Давайте еще до конца. Ура! Ура! Блин, домик горит! Туши пожар! Ой, загорелся. Фух. С одной дыркой я его потушил. Нет, только не пшеница. Фух. Все. Блин. Ну тут безнадежный случай. Такое! Офигенно. Одно ничего не будет. Жители без хлеба останутся. А, ну все, кончится. И это были механизмы с
с апокалипсом. Всем часть вторая. Всем пока.